Не забудь подписаться. Ваш никнейм. Так, давайте вписываем. Леонардо Торрен. Это никнейм главного администратора сервера Arizona RP Yuma. Заходим на сервак. Добро пожаловать на Arizona Roleplay. Ну и давайте заходим на аккаунт. Welcome, Леонардо Торрен. Во, на аккаунт, ребята, мы зашли. Вы успешно авторизовались как главный администратор. Лео, салам. Бан 24930 ИЗП. Леонардо Торрен забанил игрока Павел Шоков на 30 дней, причина ИЗП. Так, ну-ка давайте посмотрим, что у нас есть на этом аккаунте. Так, у нас здесь довольно-таки немало дорогих аксессуаров по типу вот катаны, супер грабли, которые стоят более 100 миллионов, куча рулеток, на второй странице тоже куча различных аксессуаров, 25 тысяч евро, и здесь тоже, в принципе, вот немного аксессуаров. Заходим в статистику данного аккаунта, уровень 91, текущее состояние счета 314 тысяч донат монет, деньги на аккаунте 0,0, в банке 388 миллионов. Ну а самое что жесткое, это админка самого высокого уровня. Прописав админс, Леонардо Торрен, 7 уровень. Пишем в админский чат, давайте работаем, чтобы знали, кто тут папочка. Давайте еще зайдем в Карс, посмотрим. Так, у него тут есть Инфернус, Читаха, Мобирик, НРГ, Мерседес, Гелик, какой-то Хавал, ну а также вот Лада Приора. Касаемо домов, давайте тоже глянем. Сет спаун, так, домов у главного админа нету. Касаемо бизнеса, давайте тоже посмотрим. Без инфо, так, есть какая-то вот АЗС-ка. Номер 249, давайте репортируемся. Гота Биз 249, это вот такая вот водная АЗС, которая находится на пляже Санта-Марии. Биз Фин 249. Нифига себе, тут в понедельник больше миллиона, сегодня 240 тысяч. Неплохая такая АЗС-ка. Где-то за миллиард, я думаю, такое спокойно можно продать. Ну, в принципе, довольно-таки такой нехилый аккаунт. Давайте сейчас 1000 АЗ-коинов переведем в верты, чтобы у нас было немного денег. Во, 15 минут нам пришло, отлично. Сейчас у нас 7 администраторов онлайн. Самуэль Купер. Первый левел админки. Давайте сейчас его телепортирую. Так, Самуэль Купер. Здравствуйте. Как вам на должности администратора? Хорошо, работаю. Хотите повышение? Хочу, вот работаю на повышение. Давай 1 кака, повышу. Я не хочу по блату, нет. Либо 1 кака, либо снятие. Причина снятия. Без объяснения причины. Я отлично работаю, отвечаю на репорт, и снятие должно быть. Давай 1 кака. Я не понимаю. Быстрее. Зачем вам 1 кака? Бан 214-30 не справился. Давайте посмотрим, кто у нас из лидеров сети. Russian Mafia, Всеволод Ломоносов. Года 369. Зачем? Что? На вас поступила жалоба. Один из ваших членов мафии жалуется, что вы его изнасиловали. А во сколько это было? Я вчера встал, пошел гулять. Потом форум делал. Хорошо. Это была проверка. Мы тут посовещались и решили сделать вас администратором 3-го уровня. Да что там 3-го? 4-го. Вы готовы? Ого, я согласен. Когда готовы приступить? Да хоть сейчас. Ну, приступайте. Я вот, кстати, так и не чекнул, что я вообще могу делать, имея такой высокий уровень админки. А ну-ка давайте, help. Так, и тут, видимо, вот 6-й уровень, это самый такой жесткий, где открываются все самые главные команды. Мы можем создавать админское авто, удалять, выдавать вечные скины. Мы можем изменить название сервера, удалить полностью семью, установить время, сделать x2 зарплаты, забанить в офлайне, изменять уровень админки, назначать админом, делать маппинг, изменять регистрационный IP игрока. Жестко-жестко. Лонке Нест, помогите. Так, он упал в воду. Get Harry 668. О, от души. За то, что я вам помог, я хочу получить оплату. Вашего автомобиля будет достаточно. Это аренда. Да. Давайте отдадим ему наш 15 миллионов. Вот себе 15 миллионов. Купи себе какую-нибудь тачку, чтобы в будущем я смог тебя на нее гапануть. Удачи. Давайте посмотрим, кто из списка лидеров сейчас у нас еще есть в сети. Так, Альберто Редж, Рифа, банда Рифа. А ну-ка давайте к нему телепортируемся. Здравствуйте. На вас поступила жалоба. За сознание получите уменьшенное наказание. Намекните хотя бы. Вы сами все прекрасно знаете. От кого жалоба? Так что, не будете признаваться? Что не так я сделал? Либо вы сейчас признаете в содеянных преступлениях, либо я блокирую ваш аккаунт на 2000 дней. За что? На 2000 дней. Время
закончилась. Да стой! Я вот сейчас, знаете, что подумал? А вот почему бы нам, будучи главным админом, не поработать, скажем, таксистом? Тариф 100 вирт, такси от главного админа. Все, шикарно. Вертолет такси бесплатно. Ничего себе у вас, игроки добрые. Так, приехали, короче, к другому ЖД. Тут людей поменьше. Отвезу быстро. Так, вот наш потенциальный пассажир. Локи-поки. А, дадите пже на чай. Собираю на мечту. Я новичок, только зашел. Интересно, вот что этому новичку, который только вот зашел и который только начал играть, что ему нужно на центральном рынке? Нифига. Куда вас? Меня к 873 дому. Дадите пже на чай. Дам. Сколько? 50 кого? Поехали. Оба, на ваш баланс было зачислено 50 тысяч. Прошу вас. Спасибо. Так, вновь приехали на этот вокзал. Какой-то гангстер там подсел. Так, выбрал пункт, он отмечен на карте. И куда тебя? Так, к дому. Гоу. Как ваша бандитская жизнь? Норма. Боже мой, что за гангстер у меня просто в машине? И что тут такое? Что здесь происходит? Что? Куда его привез? Что за перестрелки? ПЖ, не стреляйте. Смерть. ПЖ, я работяга. Едь отсюда. Погнали за новым заказом. Мармок 001. Довези. Довези, ПЖ. Так, вот, в принципе, я его подвез. СПС большое. Чего? На этом, дорогие друзья, данный видеоролик подошел к концу. Все игроки ранее, которые получили от нас блокировку, были разбанены, ну а также получили очень хорошую компенсацию. Так что касаемо этого даже не переживайте. Если же для тебя, дорогой мой зритель, данный видеоролик был забавным, ну а также интересным, то я буду очень благодарен тебе, если ты поставишь ему лайк, ну а также подпишешься на мой канал, если же ты еще не подписан. Всем тем, кто досмотрел данный видеоролик до конца, большое спасибо. Всем желаю удачи.